Витаминные тонизирующие кремы для кожи, лица и тела на основе овощей и фруктов. Лето радует нас изобилием свежих фруктов и овощей, которые в это время года особенно богаты полезными веществами. Не упускайте возможность насытить кожу живыми витаминами и энергией солнца. Используйте дары лета для приготовления натуральных тонизирующих кремов для ухода за кожей, лица и тела. Результат не заставит себя долго ждать. Кремы быстро помогут сделать кожу упругой и эластичной, разгладить морщинки, вернуть здоровый цвет лица. Сегодня для вас оригинальные и легкие рецепты. К слову, наш канал тоже легкий, для восприятия. Убедитесь сами и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Крем из айвы. Ингредиенты. 1 столовая ложка измельченной мякоти айвы, по 1 чайной ложке жидкого меда, ланолина, камфорного масла, 1 яичный желток, 2 столовые ложки кипятка. Растопите ланолин на водяной бане и при постоянном помешивании по очереди добавьте остальные компоненты. Тщательно перемешайте, снимите с плиты и взбейте погружным блендером. Полученный нежный крем и лицо порадует и настроение прибавит. Огуречно-морковный крем для рук. Смешайте по 1 столовой ложке свежевыжатого морковного, огуречного и лимонного сока и 3 столовые ложки сметаны. Храните готовый крем в холодильнике не более 2-3 дней. Наносите его на кожу рук на 20-25 минут, а остатки смывайте прохладной водой. Крем для рук на основе овощного сока. Ингредиенты. По 1 столовой ложке морковного сока и сока из зелени петрушки, по 2 столовые ложки кефира и рисовой муки, чайная ложка питательного крема, масляные растворы витаминов А и Е. Всыпьте рисовую муку и перемешайте до получения однородной консистенции. Держите крем на коже рук в течение 15-20 минут, а затем смойте теплой водой. При необходимости после процедуры можно нанести свое обычное средство для ухода за руками. Грушевый крем. Ингредиенты. 1 столовая ложка грушевого сока, 1 чайная ложка любого растительного масла, 30-40 граммов ланолина. Натрите мякоть груши на мелкой терке и отожмите сок. Смешайте столовую ложку полученного сока с остальными ингредиентами и нанесите на кожу. Через 15-20 минут смойте прохладной водой. Виноградный крем для рук. Ингредиенты. 1 стакан ягод винограда, 1 чайная ложка лимонного сока, 30-40 граммов ланолина, можно заменить 2 столовыми ложками жирной сметаны. 1 чайная ложка оливкового или льняного масла. Протрите виноград через сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры. Добавьте остальные компоненты и хорошо перемешайте. Крем можно хранить в холодильнике в закрытой посуде 2-3 дня. Используйте его каждый вечер. Наносите на кожу на 20-25 минут, затем смывайте прохладной водой. Тонизирующий крем для рук из белой и красной смородины. К 2 чайным ложкам смородинового сока добавьте 1 чайную ложку оливкового масла и 2 столовые ложки жирной сметаны. Смешайте и держите на коже рук в течение 20-25 минут. Смойте прохладной водой. Крем из черной смородины. Ингредиенты. 2 столовые ложки сока черной смородины, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка ланолина, 2 столовые ложки масла виноградных косточек. Можно заменить персиковым, льняным или любым другим растительным маслом. 1 чайная ложка меда. Ланолин растопите на водяной бане, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. При необходимости можно добавить немного горячей воды. Через 1-2 минуты снимите с огня, поставьте в емкость с холодной водой и взбивайте, пока крем не остынет. Грушево-тыквенный крем. Ингредиенты. По 1 столовой ложке грушевого и тыквенного сока, 1 чайная ложка пчелиного воска, половина чайной ложки ланолина, 2 столовые ложки любого растительного масла, половина чайной ложки меда, 2 столовые ложки теплой воды, 1 чайная ложка овсяной муки или картофельного крахмала. К растопленному на водяной бане пчелиному воску добавьте ланолин, мед, масло, соки и теплую воду. Тщательно перемешайте, снимите с плиты, всыпьте муку или крахмал и взбейте до получения однородной густой массы. А у вас есть секретное оружие в виде масок из овощей и фруктов? Какие из них лучше? Делитесь в комментариях своими секретами и поставьте лайк этому видео, если оно оказалось полезным. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Тогда вы узнаете еще много проверенных, реально работающих рецептов.